Здравствуйте, мои любимые, мои хорошие. Тере-тере, мукаллит, муармса, доброго эстонского. Но ничего себе автомат, да? Доброго мальтийского декабрьского утра. Вот как я не выспалась, видать. Мы, в общем, с вами по магазинам Мальты. И сегодня мы приехали, вот увидели по дороге магазин какой-то Ласко. Что за магазин? Господи, девушка Сандра в кадре. Что за магазин и как, что тут? Давайте зайдем, посмотрим, может, что купим. Ну, давайте посмотрим, что теперь в этом магазине. Магазин большой. Что здесь есть, чего здесь? Во-первых, смотрите на стеллажи с винами. Это здесь, конечно, отдельная история. Вот, ну, опять пошли сухопродукты всякие, то все другое. Хлеб. Чипсы 4 евро 25 центов. Ну, такой большой-большой пакет. Хлеб с семечком. Мягкий. Может, нам такой же? Смотри, реально темный. Ну, как темная булка, наверное. И еще бы нам для бутербродиков бы вот такую вот булку бы. А я бы такой для бутербродов бы взяла. Да. Ласко магазин. €69 шоколады. А еще один, в общем, магазин мы такой вот набрели интересный. Печенье, коробка 7,99, 3,99. Ну, видите, все цены перед вами, все цены в евро. Мы находимся с вами на Мальте. Для тех, кто только включился, только подписался. Мы семья из Эстонии и приехали встречать Новый год и Рождество на Мальту. Это для тех, кто только что подписался. И здесь не один этаж, тоже Сандра подсказывает. Мы вообще приехали сейчас сюда, чтобы... Не сюда, вообще мы ехали в Лидл. И посмотреть, что вот здесь как бы... Какой-то торт, какие-то закуски на стол. Что у них вообще в этом духе есть. Это их сладости, конфеты. Коробки по 15, по 16 евро. По 2 тоже есть. Но нам бы чего-нибудь такого. Ну, я думаю, что здесь несколько этажей. Поэтому сейчас посмотрим, что на других этажах. А, так, здесь мы как бы не нашли ничего такого. Мы едем на лифте на... Здесь эти магазины многоэтажные. Сейчас по навигатору, муж посмотрел, находится еще магазин тортов где-то напротив. Здесь у нас и... Рядом с этим магазином Ласко. И еще ювелирный какой-то. Нам все интересно. А здесь промтовары, косметика. Товары для дома. Здесь сковородки и прочее-прочее. Косметику вижу пока всю только известную. Нивея типа Дав. С косметикой мы с вами вернемся отдельно. Клиниенс. Крема примерно по 10 евро. По 12, по 14, по 11. Ну, вроде как у нас все вот это невеевское. Мы, ну, посмотрим. Гель для душа. Такие евро 95, евро 75. Ну, все пальмоливы. Все как наши пока. Пока ничего такого удивительного. Тебе надо стирать, их прокладки. Порошок можно. Их прокладки вот женские. 3,99. Пластыри. А, здесь всякие губки. Ну, в общем, ведра и все такое. О, здесь какое-то для животных, во-первых. Для автомобилей, туалетное, все такое. Ой, я, наверное, так все быстро мотаю камеры, я понимаю, да, у меня, ну, как-то по-другому. А, это кошачье все. Кошачье-собачье. Педигри. Там еда, Сандра показывает, идем. Там сковородки висели. Опять макароны. Опять макароны. Тапочки. Ой, пахнет вкусно, да. Сковородки, всякие новогодние упаковки. Да.
Я понимаю, что сейчас уже январь месяц, и вы смотрите это видео в январе, но у нас все еще здесь, чтобы я успела вам все рассказать по времени, никуда не перескакивала, ничего такого не делала. У нас еще сегодня 31 декабря утро. У нас еще не... Моя семья. Семечки. Это русский отдел опять. Сандра, как на... Даже в Африке, как говорится, есть сода. Даже на Мальте стоит сода. Понятно? Вот так вот. И пряники с семечками. Горошек, вон тут все. Вон такое. Какие-то штучки. Капересы. Ой, я так и не знаю, что это такое. В общем, здесь всякие это тунец, консервы. Ну вот кадр остановите, кому нужно, посмотрите. Здесь всякие сиропы для, ну, типа варенья, для там блинов полить или что-то такое, наверное. Да, всякие пудинги. Сухой корм, короче, опять как-то так получается. Макарон миллион везде. А такое, что вот какие-то закуски, какие-то живое, что-то такое, вот, ну, что-то нам не найти. Что такое шафран? Это самая дорогая специя в мире. Да, это очень дорогая. Да, это 4 самая дорогая. Странно, что не 14. Ну, это выпечку. И в рис, и в выпечку, да. А это упаковки такие. Можно упаковку подарить, запаковать что-то. Это у вас будет упаковка. А масла всякие. Уксусы. Литр растительного масла здесь 6 евро 79 центов, 4 евро нам по сути надо на чем-то, наверное, жарить, но такую большую покупать нам маленький, что 2,69. Маленькие есть только оливковые, но цена тоже, да, нам как-то нечего жарить особо. Яйца можно на капле сливочного поджарить, ну и все. Колготки здесь стоят 2,95, 6 и так далее. Ой, какой здесь вид красивый. Зима, говоришь, да? А, угу. Зима, вон там желтое поле. Зима, зимушка. Угу. Я понимаю, что вы смотрите видео, и сейчас январь месяц у вас, у нас еще 31 декабря. Видео выходит вот с таким запозданием, по-другому никак быстрее. А вот здесь целый стенд для диабетиков. Здесь очень много сахара. Следит за здоровьем. Да. Вот. Все без сахара, в общем, короче. Банан с шоколадом, ноль... И ноль сахара. И все. Недорого, да. И в печенье, все здесь, все... С да. Годжи. С годжи. По евро 29. А зачем я без сахара? Не знаю, просто попробовать. Да, ну... Круассаны тоже без сахара? Да, наверное, все без сахара. Да, ей нормально. Бабушка хотела нормальный шоколад, обычный, попробовать. Я чипсы видела, 4,25, огромная пачка. А, вот она, где еда-то живая. Так здесь еще. Ой, я думала, уже все кончилось. Мама, здесь километры. Вот, может быть, здесь наконец креветки. Ой, что здесь такой шум, гам, тарарам. Все у рыбного отдела. Сыры перед Новым годом хватают, смотрите. Как мальтийцы готовятся... Пробуют чего-то. Ух! А здесь рыба. Рыба. Паштеты всякие рыбные. Осьминожки, креветки. Цен не вижу. Оливок с рыбой. А здесь мясо. Тебе никакой стол не напоминает? Ой, как мы вчера делали. Мы тоже такой же вчера с Сандрой сделали. Эти фаршированные. Мы точно так вчера сделали. Да, у нас только вот этих не было. Здорово. Значит, мы правильно с тобой вчера накрыли. Правильно накрыли. Ты спрашивала фарш. Вот он. Наконец-то. Да, и он так в каждом. Они похожи на каких-то червячков. А нету креветок? Креветки ищем. А вот здесь еще сыры. Они очень много набирают сыры. Колбасы. Цены, конечно, очень. 5, 3, 6. Это с грибами, что ли? Это с оливками. 2,28 вот такая.
Нам надо чего-то такого бы набрать. А здесь они вон тут что пихают сзади. Видите, сколько сыров. А тут же с шампанское, посмотрите, как оно сверкает. 10 евро красота. Да бутылка красивая. Я просто, что бутылки красивые. У нас, мы вот это пили, сейчас у нас вот это открытое вот это, Ботель, да? Просека. Просека. Смотрите, какая бутылка, так вот берешь пальцем удобно. Что ты нашел? Бельгийская. Бельгийская. Демисеко. Демисеко, да, хорошо. Одно девять. Ну, бери сладкое. Нету сладкое, да. Ну, может быть, в Лидл еще доедем. Ну как, одну девять? Не знаю. Возьми две. Шампанского много не мало. Расскажу вам про цены на топливо, на бензин, на заправки. Вот пока первую только увидели заправку. Так. Пока, кроме того, что плюс 18 градусов и 31 декабря на табло, я еще ничего пока не понимаю. Но зато вижу здесь. Значит, наверное, правильно так. Поправьте меня, если что неправильно. 98 евро 49 литр бензин. 95 евро 30, 34. Дизель... Евро 20 и какой-то хороший, наверное, хороший, потому что дороже дизель. Евро 30. Вот такие цены на бензин на острове Мальта. Систему, как здесь что платить, сейчас подсмотрю у мужа. Так, у нас дизель. А платить, вот мужчина ходил туда, вот в тот аппарат. Здесь только пистолеты. А вот карточка бесконтактная. Бесконтактная карточка здесь тоже есть. Но вот мужчина заправлял мотоцикл, он ходил в отдельную стоящую будку. Что это за будка? Здесь бесконтактная. Ну, как это сказать? Ну, автоматическая заправка. Здесь все закрыто. Сначала надо выбирать. Допустим, выбираем заправку на 20 евро хотим. Карточку. Карточку сюда? Да, беспроводную прикладываем. Ага. Приложили карточку. Тейп виза. Пин. Подожди, может на карту. Please wait. Все, номер 4. Номер 4. Выбираем свою это самое. Танку. Четвертая наша. Так. Ждем. Ждем чек, который улетает до ветра. И мы за ним бежим. То идем заправляться. Идем заправляться. На 20 евро. Потекло. Стоит. Смотри, сколько. Евро 21. Угу. На 20 евро получается. Там, по-моему, 16 литров получилось. Ну, где-то. Там было написано. Бак, потому что у меня вроде бы 40. Как 19. Вот, 16 литров с половиной. Ура! Заправились. Надо вернуть маме телефон. А что ты на водительском? А здесь, понимаете, такое строение, что здесь нет руля. И очень часто едет какая-нибудь собака. У нее спущено окно, потому что жарко. Собачья морда оттуда, значит, вылезает. Сохранила. Так все это, как говорится, язык до ветру, все это. И, понимаете, получается по-нашему, что собака едет за рулем. Ну, прикол.
Итак, пешком пройдем, а пока доедем. Итак, мы с вами приехали в магазин Lidl, наконец-то. Посмотрим, может быть, здесь цены более-менее такие. Вообще-то дорого. Вот сейчас Lidl там, да. А мы... А вот еще здесь какие-то магазинчики есть. И сейчас мы пойдем с вами в Lidl. А что тут? Это здесь все для дома. Давай не будем сейчас отвлекаться на это. Не будем отвлекаться на это. Мы идем... Мебельный, типа... И еще здесь что? Мы идем в ювелирный? Ювелирный хочется. Все, 25% на кухне. Кухни. Заказываем кухни. А, Кик, это, наверное, что-то компьютерное. Клик, наверное. А это ювелирный. Ну, давайте посмотрим. Не знаю, как там насчет снимать. Часики-браслетики. Да. Ну, витрина, отсюда я вам покажу. Здесь золото 105, вижу подвески. Здесь 5 дорого пошло, да, потому что золото. У них дешевое серебро. Давайте посмотрим серебро в магазине. Так, и мы с вами в Lidl. Здесь пока все как у нас. Пока ничем не отличается. Корзинки, жетоны и название. Идемте. А это для сдачи бутылок. У них повсюду. Вот сюда сдача бутылок. Надо беречь природу, мать нашу. И поэтому мы тоже здесь собираем и не выкидываем в помойку пластик. Тоже будем сдавать, потому что надо беречь природу. Однако размерчики, по-моему, побольше, чем у нас. Возьмите кто-нибудь корзину, у меня камера. Сухой корм. То есть это, ну, пирожки там, не пирожки всякие эти вот. Поняли меня, да? Кофе. $2.95. У Lidl все цены сверху, знаете, да? Принцип. Есть обзор там, где я летала, Lidl. Да, у Сандра тоже. Да, а какой, в какой стране ты снимала? В Испании. Фрукты. $2.49. Вот, апельсины мы брали тоже в каком-то магазине, 2.50. Тут у нас на столе они тоже везде примерно одинаковая цена. Хорошие. Ну, мы вот покупали, да. Но здесь, как везде, в Лидле немножко подешевле вот все эти на стол хамон и прочее, да? Тут не так дорого. Ну, давайте возьмем что-то. И мы опять успели. Мы что-то все везде успеваем. Ту-ту-ту. Так, ну я таких колбас наберу на стол. Не знаю я что. Что брать-то? О, хорошая какая колбаска. Навертим оливок, колбасок. Что еще-то? А то я сейчас накидаю в чужую корзину. Ну, в общем, это все-таки это все-таки и их получается все. И такие хорошенькие. По 99 какие-то вот эти всякие такие. Равиоли, да. Равиоли. Вася, куда ты залез уже пальцем? Ну что, вкусно было? Там есть креветки, но они не те. И креветки опять не то. А, этот самый, есть всякие разные сыры. Вот мы здесь, я пармезана здесь набрала, не знаю, сколько он стоит. А, вот всякие такие разные сыры. Да как-то все, мне кажется, все равно дорого. Ой, рыба красная у них очень дорогая, норвежский лосось здесь. А где их рыба, чтобы вот их... Надо в специальные рыбные лавки ехать, потому что это, конечно, не дело. У них как-то рыба здесь... Нет, креветки как-то замороженные все, как у нас, маленькие, я не знаю.
Как это так? Что-то похожее есть, как наши товары, все эти йогурты. Йогурты. Кстати, молоко вот это. В общем, я уже тут почти ничего не комментирую. Останавливайте кадр, смотрите цены. Я никак уже. Уже я никак. Не знаю, как тут еще как. Какие-то штучки-дрючки за €99. Потейто с чем-то. Ни тортика, ничего, я не знаю. Ой, я вам скажу так. На Тенерифе было лучше. Там была Меркадона, там была косметика потрясающего качества, недорогая. Там были хорошие продукты. Здесь очень все дорого. И как-то сладости их местные мне совершенно не нравятся. Но это очень субъективно, правильно? Мотаю камерой, наверное, не сердитесь. Я стараюсь хотя бы просто держать телефон. Вот, кстати, алкоголь у них тоже прям в зале. Зато алкоголь, наверное, недорогой. Да, вон 3,49. Недорогое шампанское. Ой, это надо мужу, я здесь не очень разбираюсь. Вот так вот я, смотрите, поставлю, да. Если кому надо, остановите кадр, посмотрите по ценам. Оливок всяких, море здесь, конечно. Спаржа, сосиски в банке. Косметика в Lidl здесь такая же, вот это, как и у нас. Та же фирма, вижу. То же самое здесь. Ну, миди 2,49, что ли. Без соуса, без всего. Эти самые осьминоги, гребешки, по-моему. Нам надо с вами в специальный рыбный магазин. Так вот это не будет, видимо, здесь ничего, не знаю. А здесь еще у них есть на развес морепродукты, как бы. Но, понимаете, здесь льда, мне кажется. И цены, во-первых, нифига себе, да, за килограмм это все-таки или нет? Это за килограмм, ну ладно. Здесь, смотрите, льда полно, но здесь морепродукты, что ли? Ну, это же, вот это же все лед. Или это выбрано все? Это креветки типа с огурцами. Креветки с огурцами. Ребята, я совершенно не хочу креветок с огурцами. А это что? Кто это? И откуда я знаю, Сандра, кто это? Судя по тому, что их что не берут. Я не знаю, грызть на Новый там год. Да. В общем, накупили мы здесь в Lidl. Что покажу дома. Достали креветок. Не знаю, насколько они хорошие. Пармезан, шампанское, всякое такое. Ну, вот креветки. Как они? Ну, это десерт. В общем, такой вот счет. Чек у нас на 110 евро, 84 цента на Мальте евро. Это еврозона. Ну, хоть и увижу вас немножко, то вообще вас не вижу. Здрасте все. В общем, мы приехали с разных магазинов. Сегодня мы были в Lidl, и там вот разные, да, что я рассказывала, уже забыла. Мама сейчас с нами не ездила, она в это время крошила оливье. У нее все сейчас покажу, так красиво все накрошено, все, в общем, сделано, салат будет. Но этот салат, я боюсь, что нам пригодится с вами только в январе месяце, 1 числа, потому что у нас, значит, как мы придумали, значит, Мальта, остров Мальта, и здесь есть такой достаточно современный город Слима. Мы с вами уже там были. И вот в этом городе Слима на побережье моря есть английское кафе, English кафе, как бы, Мальта. И там предлагается в интернете отметить Новый год.
компании, разношерстная публика, все возраста, всякие будут активити, билет входной 50 евро на человека. Но это не просто билет, туда входят закуски, неограниченная вода, вина, бокал, по-моему, просекко или бутылка просекко, бутылка вина. Потом я вам расскажу меню, там из основного блюда или мясо, или местная рыба. Обязательно есть на выбор в каждой позиции что-то веганское, какая-то еда. А потом на середину стола поставят десерты. Ну, в общем, как бы вот такой вот, да, то есть со столом сразу. Ну, моя доченька хорошенькая. Вот, так что мы с вами... Я сейчас вам все покажу, все вот эти покупки, но без чека. Чек только основной. По позициям бегать мне некогда, наряжаться надо. Немножечко часик отдохнуть, садиться в машину, и мы уезжаем в Слиму. С 7 часов, там, с 19:30 там заход, приветственные... Бокал просекко, в общем, что такое. И встречать Новый год мы будем в ресторане с видом на море. Посмотрим, как это все выйдет. Так вот, знаете, все красиво это написано, фотография, а что там будет на самом деле, я не знаю. Ну, в общем, сейчас я вам показываю обзорчик. И что, кстати, мама сделала салат, очень красивая нарезка. А вас всех уже с наступившим, потому что ролик, конечно, вы видите, у вас уже январь. Понимаю, но по-другому никак. Вот, смотрите, пока мы ездили по магазинам, мама, значит, накрошила. Ой, какая красивая нарезка. Картошку, морковку, яйца сварила, огурчики накрошены, колбаса тоже накрошена у меня. Все, этот конструктор мы соединим, но сейчас он, похоже, нам не понадобится, потому что сейчас мы уезжаем встречать Новый год в другое место. А вот, когда приедем, у нас будет и оливье, и что хотите. Вот так вот. Сандра сегодня ассистирует мне. Тот раз Василий ассистировал, сегодня Сандра ассистирует. Здрасте. В Лидл мы набрали креветок, я вам показывала. В общем, муж сказал, что это довольно недорого. 4,89 за пачку, в ней полкило. Ну, посмотрим, как мы их. Это все не сегодня будем. Ну, в общем, горошек взяла на салат. По-русски написано горошек зеленый. Огурцы были опять русская полка. Огурчики. Шампанского и вина я не комментирую. Это муж любит выбирать. Еще взяла майонез, потому что, боюсь, мне не хватит этого майонеза на салат. Салат вышел в большая кастрюля. Оливье. Итальянские травы взяла Сандра. Говорит, что давайте. Конфеты под шампанское. Что за конфеты, не знаю. Значит, здесь пармезан вот так нарезан. А оливки, вот это я помню, евро 39, зеленые, черные. Это вот из Lidl. Муж называл цены за килограмм, получалось не очень дорого, поэтому набрал он пармезана здесь довольно много. Он смотрел по месяцам, здесь 30 месяцев выдержка. Этот не вижу. Этот 12 месяцев, 16 месяцев. Сандра предложила в апельсинах, в апельсиновом маринаде курицу как-нибудь в духовке сделать. Ну, мы просто ее купили. 6 евро 10 центов, что она вот готовая, как бы, ну, сырая. Мороженого довольно много тоже набрали. Какие-то здесь разные сорта. Белые, коричневые, розовые, бежевые. И вот здесь всякие разные. Много таких вот. Ну, здесь, наверное, килограмм. По килограмму. Моцареллу любит Сандра у нас. И вот всякие разные ветчины. Это я вот еще как бы стол новогодний. А новогодний стол, получается, у нас будет с вами вообще не здесь. Ну, значит, устроим 1 числа, 1 января праздник еще устроим. Так, прокладки женские вот там. Шампунь. Сандра что-то... Чипсы какие-то с солью и мальтийский хлеб. Кристина какие-то здесь вот как рулетики захотела. Вот, это мы сегодня купили. Чеки я вам там вроде в процессе озвучивала. Так, вот сейчас я даже ни одного чека не вижу. Главное в холодильник сейчас это все убрать, отдохнуть и собираться в Слима. Вот, а я здесь соединяю салат. Смотрю, что мало колбаски. Надо побольше добавить и огурчиков, наверное.
мои хорошие, я знаю, что сейчас в эти моменты вы поднимаете бокал или уже наступил у кого-то Новый год, но я хочу от всего нашего канала Яна и Кристина и от всей нашей семьи поздравить всех вас с Новым годом, здоровья, счастья, чтобы сбылись все-все ваши мечты, чтобы вы все были здоровы, счастливы, вы и ваши семьи. Ура! С Новым годом! С Новым ура! Годом! С Новым годом! Чтоб сбылись все ваши мечты.